Здравствуйте, с вами Краснова Дина, и в сегодняшнем уроке я вам расскажу, как списать нематериальные активы в программе 1С «Бухгалтерия 8. Версия 2». И сейчас мы как раз находимся во вкладке «НМА» и выбираем документ «Списание НМА». То есть данный документ он используется, если мы списываем нематериальные активы. Нажимаем «Добавить». И выберем нематериальный актив, который будем списывать. В нашем случае это товарный знак. И обязательно выбираем субконто по 91 счету. Субконто у нас будет прочие нереализационные доходы или расходы. И выбираем. После этого можно провести документ при помощи кнопочки «Провести» и посмотреть проводки. Здесь у нас списывается остаточная стоимость, поскольку данный товарный знак он был принят к учету в том же месяце, что и списание, то есть в марте. Соответственно, если у вас нематериальный актив принят раньше, у вас будет другая проводка. Если он полностью самортизировался, то дебет 0,5, кредит 0,4. Закрываем и закрываем документ. То есть вот так в программе 1С «Бухгалтерия» версия 8.2 производится списание нематериальных активов. С вами была Краснова Дина. До встречи в следующих уроках.